Всем привет. Играем в фарс без доната. Стартовал у нас призыв Лемурии сегодня с новым героем. Атлас. Ну, что ему тут? Это обновленный, якобы, костюмы, как в Империи, да? То есть, можно обновить своего старого Атласа. Ну, что по нему сказать? Скорость осталась низкой. Добавили урончика, добавили статов под четвертый сезон, да? Ну, такой плюс там. Вот эта вот рунка. Ну, интересно, конечно, навык такой. Но против золотых еще не пойдет. Ну, все равно медленный. Его на турниры надо брать, да? Такой хороший будет герой на турнирах. Который вот сейчас вот для четверок, только для пятерок. Вот. Что по призывам? По вероятности. Ну, вот вы видите, да? Редкие трехзвездочные, то есть герои. Падают с вероятностью 51%. Четырехзвездочные с вероятностью 14,5%, да? И легендарные 1,3%. Я так посмотрел на Вальгале, вот предыдущий, что я обзор делал о призыве Вальгала. Там для легендарных пятерок действительно вероятность в процентах стала меньше. Там 0,6 плюс простой, не избранный, да, герой 0,3. То есть в сумме получается 0,9. А здесь 1,3. И легендарный избранный герой добавляет еще 0,3, как я понимаю, да, что падает чаще избранный, то есть там 1,6. Ну, в общем, 0,9%, а было раньше так же, как на Лемурии. То есть, кто призывает пятерок, на Вальгале это будет делать сложнее немного, чем здесь и чем на четвертом. Я так понимаю, да? Ну, до четвертого еще дойдем, посмотрим повнимательнее эти все цифры. Но если я в описании, опять же, там на Вальгале ничего не перепутали. Ладно, по героям быстренько скажу, что тут из пятерок, да? Тут уже все пролисталось. Ну, вот это Абзу, я бы с радостью. Пиле, потому что она... Ну, она ничего такая, не прям уж имба. Но она красная, мне красные нужны. Вот это вот имбовый дракон. Шалотль, да, крутой миньонщик. Мвинда, так, я не помню. Контратак тут, да? Скорость к набону сокращает. Ну, такой. Не сказал бы, что прям уж отличный герой. На первый взгляд. Вот Мишка. Это стихийный бронерез под желтых. Но Лупи вообще в представлении не является крутейший, хоть и очень, очень медленный. Ну, Кинч я взял только средний. Ну, такой. Такой тоже не очень прям отличный. Ну, под красных я бы взял. Бастет, говорят, хорошая. Я так не разбирал ее, но там есть интересный навык. Ну, вот этот вот Камазотс, это герой будущего. Герой будущей меты он будет. Ну, не то что будущего, он отнимает миньончиков. А это уже хорошо. Вот. Всегда пригодится тот, кто против миньончиков играет. Отлично. Отличный герой. Ну, вот это вот как... Катлику я присмотрелся, она запрещает призыв миньонов. Вот этот вот тоже герой будущего. Вот, ну, в принципе, он очень будет полезен. Очень. Тоже бы я не отказался. Ну, Ховы. Ну, не знаю. Ховы вроде ничего. А, ну, вот эти вот все, которые уже переделанные, стандартные, да. Ну, такое тоже себе. Не то чтобы очень хотел. По тройкам. Вот эти вот у меня есть. Очень хочу Аксуму Ре. В принципе, ради него частично призываю, да? Буду делать этот призыв. Ну, Гибила нет, тоже взял бы. Накулу я не качал даже. И там Мамен, ну, тоже ради коллекции взял бы. Сара есть, вторая мне не нужна. Ради коллекции есть, да? И четверочки быстренько прям давайте. Тоже пролетим. Раз уж делаю. Черепаха есть. Будет вторая, хорошо. Вот эта вот Бахуптрика, у нее интересный навык. Взял бы ее. Стихийный бронерез Яна Васапха. Зеленых тоже очень нужен. Ну, Кваку мы смотрели. Отличная Хенена и Тепо тоже. Вот это вот средний Тлалок. Лагун есть. Второго бы тоже ради эволюции взял бы. Ну и Сраоша тоже. Ну, вот этот вот Камапуа. Тоже хочу. Ради того, что у него 350%. Это очень сильный процент для четверки. Вот. Один из лучших будет шотеров, видимо. Ну, кроме шота ничего не делает, конечно. Ладно. Разгрузочку я делал.
Давайте посмотрим, что у меня выпадет. Ломашту. Такое себе. Лучше бы был. Я одну ломашту удалил. У себя выкинул. Эту ломашту. Ну, такая низкая. Она типа на быстрые. На быстрые турниры. Но на быстрых турнирах, скажу вам честно, есть что поставить. Ладно, всем спасибо, кто смотрит. Пока.